Всем привет! Твой варганный тренер Ильдар Гимадиев. И сегодня урок, посвященный бою по язычку из продвинутого курса. Итак, чтобы разнообразить игру, увеличить возможности, нужно научиться играть в две стороны. Для этого нужно использовать кисть. И здесь два варианта. Либо подушечку указательного пальца, либо подушечку среднего пальца. Предлагаю попробовать со средним. Вот так вот. Просто начинаете тренировать вот это движение по язычку. Можно даже, не прижимая варган ко рту, вначале просто механическое движение рукой. Отработали прямое движение. И потом уже с варганом. Начинаем с медленного. Таким образом придет ровность, придет равномерная сила удара. И дальше уже можно ускоряться. Также можно попробовать дышать ртом, периодически с паузами. Или ровно. Здорово. Сегодняшний видеоурок по игре на варгане будет посвящен ритму лошадка. Его можно делать на двух техниках. Техника пулеметное дыхание. То есть изображаем ритм лошадки. Количество тычков на выдох и на вдох можно регулировать как удобно, индивидуально. Например, вот как я первый раз показал. По 3 тычка на выдох, по 3 на вдох. И есть также техника турбодыхания и немножко как бы уже космодыхания. Когда это делается на коротких выдохах, вдохов, то есть чередуя только выдох-вдох, выдох-вдох. Тут получается двойной выдох и один вдох. И второй вариант делается на технике космодыхания. При ударе делается выдох небольшой, потом тут же еще один небольшой выдох и вдох. И также еще третий вариант. Можно делать паузу в дыхании ртом. Во время удара делаем паузу, потом выдох-вдох. Конечно, лучше делать сначала медленно. Ну и потом можно ускориться. Всем спасибо за внимание. Сегодняшний видеоурок посвящен фишке тр. И вместе с тр можно делать та-та. Но сначала тр. Тр делается шепотом.
и на выдохе. Так это звучит на средневысоком варгане. Так на среднечастотном. На среднебасовом в том числе, да? А уже на басовом это будет звучать менее ярко. На ультравысоком. Двигаемся дальше. Теперь прибавляем. Ритмы могут быть совершенно разные. Вальс, либо прямой ритм, либо медленно. Самое главное, попробуйте соединить тр и ча-ча. На выдохе, на вдохе уже, да, ча-ча происходит. Всем спасибо за внимание. Кому интересен мой видеокурс 100 уроков, обращайтесь. Космические лягушки, техника. Нужно дышать ртом и при этом... Язык должен прикасаться к небу разной площадью, то есть от разной площади касания к небу в разные точки неба зависит звук. Например, делаем артикуляцию ляу, лиу, лиу, при этом все внимание на нос, не дышим ртом, дышим носом, либо вообще не дышим, но без напряжения горла. Экспериментируйте, и рано или поздно у вас получится. Всем привет! Сегодня хочу немножко рассказать о быстрых ритмах. Вообще, быстрые ритмы задаются либо рукой, либо дыханием. Но если задействовать и то, и другое в быстром темпе, то можно очень интересно улететь. Попробуем сейчас этот эксперимент. Начну потихонечку ускоряться. Очень интересно, всем советую попробовать или научиться. От этой техники игры на варгане мозг насыщается кислородом, и ты испытываешь приятные головокружительные состояния. Поэтому я хочу поделиться с тобой этими состояниями. На моем аккаунте много очень классных техник и советов по игре, а также я изготавливаю варганы. Поэтому переходи на мой аккаунт, подписывайся, пиши в личку, буду рад общению.